поехали энергией заправиться. Палки тебя прошел по твердому. Да, не сагяра. Сегодня погодка ужас. Холодно, ветер. Около нуля, так еще пока ничего не клеим. Подготавливаемся. Подняли наверх все. Будем лепить. Ёбни, блядь, я много выйду. И ветер, и холодно. Наверное, еще немного поклеим, домой поедем. Холодно, ужас. Еще весна никак прийти не может. Под балками клеить. Так, вырезаем. Вырезаем чуть побольше, потому что иначе не всунешь. Чтобы полистирол желательно до дерева не дотрагивался. Потом это пеной обдуваем. Thank you.
И мучаемся под палками всегда. Такая немного актуальная тема. Бывает, мне в комментариях пишут, ну или где-то на форумах читаю, что плохо фасадчики дом утеплили. Возле окна дует. Ну это вообще бред бредом. Вы посмотрите. Оконщики клеят ленту с обоих сторон. Задувается там все. Какой дует? Без фасада дуть не будет поклеенного. Все претензии к оконщикам, если где-то что-то дует. Ветер заманал. Вообще работа не клеится, листы улетают. Сегодня только половина последнего яруса поклеили. Ходили часто курить, чай пить. Холодно очень сегодня, погода нелетная. Полистирола не хватило. Вот что осталось. Под конец дня и солнышко вылезло. Когда целый день намерзлись, вылезло. Вот такой результат сегодня. Не меньше, не больше. 50 квадратов. А зато под самые балки. Со всем гемором.